Всем привет, мои дорогие! Давайте сегодня приготовим очень вкусный и сытный обед или ужин в духовке. Вареные яйца, репчатый лук и свежие помидоры нарезаем средним кубиком. Сыр натираем на мелкой терке. Соединяем все ингредиенты. Добавляем соль, майонез по вкусу и все хорошо перемешиваем. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Отправляем фарш. У меня фарш уже с солью и перцем. Затем подготовленную массу и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 35-40 минут. И вот такая очень быстрая вкуснятина уже на вашем столе. Всем приятного аппетита! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Со мной просто и вкусно!